В этом рецепте вы узнаете, как приготовить грибную юшку, суп с грибами, невероятно ароматный суп с двумя видами грибов. Получается он очень вкусным, красивым и насыщенным по вкусу, попробуйте. Такой легкий в приготовлении супчик покорит всех своим невероятно аппетитным ароматом. Два вида грибов, мускатный орех и смесь перцев делают его очень вкусным. Сметану по технологии необходимо добавить в конце приготовления супа, но вы можете добавить ее непосредственно во время подачи супа или же не подавать ее вообще, так суп будет постным. Также вы можете добавить не только укроп, но и петрушку, кинзу или базилик, будет тоже очень вкусно. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Белые сушеные грибы залейте теплой кипяченой водой, дайте им настояться 15 минут, далее нарежьте крупными кусочками шампиньоны. 2. Морковь нарежьте пятачками, а потом еще пополам, далее мелко нарежьте репчатый лук, картофель нарежьте кубиками 0,7 см, мелко нарежьте зелень. 3. На растительном и сливочном масле обжарьте морковь с луком до полупрозрачности лука, затем добавьте шампиньоны, перемешайте и обжарьте до золотистого цвета. 4. Далее добавьте белые грибы, картофель, предварительно отваренную фасоль, добавьте необходимое количество кипящей воды, перемешайте и оставьте на 10 минут. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Добавьте перец, мускатный орех, смесь перцев, лавровый лист и соль, перемешайте. Далее добавьте зелень и проварите еще полминуты. Сметану можно добавить как в конце приготовления супа, так и непосредственно во время подачи. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Теперь о составе нашего блюда. Шампиньоны 500-700 грамм, белые грибы 1-2 штук, горсти, сушеные, морковь 1 штука, лук 1 штука, картофель 2 штуки, отваренная фасоль 400 грамм, укроп 1 пучок, лавровый лист 1 штука, чеснок 1 зубчик, сливочное масло 40 грамм, мускатный орех по вкусу, острый перец по вкусу, смесь перцев по вкусу, соль по вкусу, количество порций 4-6. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачи, друзья, заходите!